Привет! В этом коротком видео я хочу рассказать о том, как сохранить контакты твоего телефона в текстовый файл, и рассмотрим, как сделать резервную копию контактов в файл VCFI, с помощью которого ты впоследствии сможешь восстановить контакты на другом телефоне. Это будет особенно актуально, если ты не пользуешься по каким-либо причинам Google сервисами синхронизации, потому что Google по умолчанию синхронизирует все контакты, и в принципе проблем нет с синхронизацией последующей и восстановлением контактов, если у тебя активна синхронизация с Google. Но если, к примеру, у тебя устройство может быть Huawei и не поддерживает синхронизацию контактов, то с помощью этого способа ты сможешь легко восстановить контакты и сделать резервную копию. Ну а также сможешь контакты перенести в текстовый файл, и они всегда будут там храниться, и ты сможешь вне зависимости от устройства потом восстановить эти контакты. И не теряя времени, давай приступим. Для этого нам нужно зайти в Google Play Market и в поиске ввести английскими символами, как у меня, Contacts to PDF, и нажимаем поиск. Нам нужно приложение Contacts to PDF VCF Text от разработчика Arjun. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит интерфейс. Вот так выглядит иконка этого приложения. Здесь можно выбрать, куда, в какой формат мы конвертируем наши контакты. Можно выбрать PDF, к примеру, но с ними есть небольшая проблема в том, что поле name, то есть имя, не отображается, если контакты на русском языке. С текстовым файлом TXT проблем нет никаких, с любым языком. Как видишь, у нас создался файл с двумя номерами и с двумя именами. Точно такие имена у меня в контактах. Вот, два номера. Если у тебя будет больше номеров, соответственно, все номера будут в сохраненном файле TXT, либо PDF, ну, либо VCard. С помощью этого ты сможешь потом автоматически, с помощью этого формата, сможешь автоматически в любом телефоне восстановить копию. То есть, если у тебя номера в текстовом формате, то придется вручную переписывать, а если в формате VCFI, то можно будет сразу добавить в телефонную книгу на любом телефоне. Ну а TXT удобно открывать, читать и либо пересылать кому-то. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!